байопик говорили о Сергее Михалкове, а вот представьте себе байопик про Никиту Михалкова. А кому бы вы доверили первое из ныне живущих снять эту ленту? И кого бы вы видели в роли Никиты Михалкова периода «Москва слезам не верит»? Вот есть такая производственная необходимость. Нужно обязательно решить. А и это не анимация. Как только эта мысль, тобою предложенная, мною овладеет, надо съезжать в дом престарелых. И заканчивать на этом свою карьеру. Я достаточно легко к себе отношусь. Опять же, как говорила мама, бери всегда от жизни чуть меньше, чем то, что, как тебе кажется, ты на что ты имеешь право. Как тебе кажется, на что ты имеешь. Бери меньше. И это значит, то, что меня научил, чему меня научил мама и чего я научил моих детей. Судить о своей жизни по жизни тех, кто живет хуже, а не лучше. И она говорила, намного меньше проблем. Вот зависть – это страшная вещь. Страшная. Я согласен. Понимаешь, а так как зависть – это движущая сила зла, и как говорит Агафангел, владыка Одесский, зависть – это скорбь по чужой радости, а скорбящего надо жалеть. И что еще зависть – это религия бездарных. Поэтому, так сказать, я, слава тебе, Господи, этого лишен, как я лично. И я очень этому счастлив, потому что я представляю себе, как она разъедает человека. Но, с другой стороны, вот, допустим, доказывать, вот там пишут ложь, ну, ложь, ну, такая, я же понимаю, что это ложь. Там, бриллиантовые заводы, там еще. И вот ты думаешь, опа, вот сейчас, вот первое желание, ну, попади. Опять вспоминаю маму, никогда не делай ничего того, что тебе хочется сделать сразу после того, как тебя оскорбили. Сделай паузу, придет решение лучше. Бюст открыли папе, а маму вспоминаете чаще. Для того, чтобы эту беседу не назвали Лизаблюдской, надо задать какой-нибудь неприятный вопрос. Лизаблюдской с моей стороны подошел к тебе. Нет, исключительно с моей. Я такой вопрос придумаю к нашей следующей встрече.